Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и сегодня я хочу снять видео о том, как монтировать видео, снять видео о том, как монтировать видео. Ну ладно, в программе AVS Video Editor 6.1. Нам нужно добавить файлы, для этого тыкаем на плюсик, и здесь, по-моему, вот эти два файла, да, вот эти два файла, открываем, и вот они, вот это первый файл. Ставим вот так. Больше не показывается. Да. Все, вот на первый файл. Теперь так раз. И второй файл. Вот это я подвинул, это зум. Когда его уменьшаешь, как видим, видео короче получается. И больше входит в экран. Так, теперь мне нужно отследить где-то. Я снимал там, где я плыл по морю, мне это надо ускорить, поэтому так вот стоп, это не то, по-моему, ну-ка сюда вот не то, так, по-моему, надо увеличить зум, да, увеличиваем зум. И здесь так тут надо туда начало. И почему-то у нас не с самого начала показывается, сейчас посмотрим. Ну вот наступил день. Так как мы это увидели. А вот это. Как он сейчас купилось? Не надо вот эти успехи. Это наши. Всем привет, с вами. А, вот это что? Ну вот наступил день. Так, у меня по идее два одинаковых видео забилось. Я не знаю почему, но так получилось. Так, нужно теперь вот сюда. И вот оно. Теперь по идее правильное видео. Всем привет, с вами Дэн. Да, теперь нам нужно найти этот момент, где я начал плыть в море. Так, вот он. Так, теперь здесь разделяем и ищем конец этого момента, где я плыву в море. Так, я не понял. А вот все разделяет. Так, по-моему, вот здесь где-то я закончу. Так, сейчас. Вот здесь. И обрезаем. Теперь выделяем вот это. Выбираем скорость. Скорость надо увеличить в 2 или где-то. Скорость приводим. Нет, не будет. Вот так. Это слишком маленькая скорость. Да, слишком маленько. Давайте 4x попробуем. Так, давайте самый максимальный 12x, поскольку хочу, чтобы это быстрый момент очень прошел. Ну вот так нужно экспериментировать со скоростью. Что я сейчас и делаю? И какая вам подойдет, такую использую.
Все, стоп на меня. И окей. Так, что это будет? А, вот аудио без звука надо выиграть. Может, мне не нужен звук. И окей. Все, готово. Так, теперь вот этот кусочек, по-моему, там... Ну, давайте посмотрим, что получилось. Вот теперь вкусно. Вот так собрали маленькие земли, и давайте куда-нибудь пойдем. А то уже темнеет. Какая-то... Так, кто ускоряется? Ну вот, мы пришли на какой-то остров, и у нас заиграла музычка. Так, вот, окей. Теперь мне нужно ставить вообще две фотографии, я о них совсем забыл. Так. Теперь, чтобы, вот видите, никак не ставить, нужно просто открыть папку, которую нужно, и перетащить. Например, вот у меня вот в эти папки. По-моему, вот здесь. Вот картинки. И тут нужно выбрать вот этот. Сейчас. Вот, вот этот и конец. Все хорошо. Теперь перетаскиваем их сюда. И, блин, все должно будет выполняться, ну ладно. Еще нужна музычка мне. Вот эти две. И для ускорения у меня еще одна была музычка, по-моему, на рабочем столе. Так, рабочий стол выбираем. И перетягиваем вот ему. Все готово. Теперь нужно вот это скрыть. Нужно. Так. И вот тут отсюда вам нужно ставить музычку вот такую. А. Музычка, она там внизу вставляется. Сейчас мы найдем эту строчку. Вот она, музыка. А, нет, это видео еще. Вот музыка снизу. Так, берем музыку и вставляем вот сюда. И вот здесь. Раз, два. Так, теперь все у нас получилось. Будет лагать, потому что я сейчас снимаю. Так, еще раз, только уже не буду останавливаться. Ну вот, мы пришли на какой-то остров, и у нас заиграла музычка. И вот так вот получилось. Так, теперь... Нужно в начало самое поставить вот эту. Кстати, вы можете посмотреть видео, которое получится. Я вам скину ссылку. Вот здесь где-нибудь на экране, либо здесь. Я даже не знаю где, но она сейчас, вот сейчас я говорю, и она должна здесь появляться. Так, ну ладно. Теперь ставим музычку вот сюда в начало. И посмотрим, как будет вот эта музычка. И нужно обрезать ее вот так вот. То обрезать? Ну, короче, я буду вот так делать, потому что мне здесь мешает вторая музычка. Так, удаляем. И все. Перетаскиваем. И теперь воспроизводим. Производим только музыку, нам нужно, чтобы воспроизводилось видео само. Это что за фигня?
Получилось. Все. Не нужна музычка. Не нужна само видео. Ну, работает. Вот, все, наконец. Всем привет, с вами Демис. Сегодня мы начинаем приключения в Майнкрафте. Вот так вот. Теперь нужно добавить эффекты. Для этого вот переходим в эффекты. И берем... Мне нравится начинать. Такого эффекта сейчас остановим тут. Такого эффекта сейчас... Таймер нет. Нет, таймер не нужен. Так. Где? Блин. Такой по пикселям эффект такой. Сначала... пиксельная, а потом все останавливается. Нет, не то. Сейчас найдем его-нибудь. Так, специально, сейчас специально найдем. Посмотрим здесь, что есть. Все так, эффект. Вот здесь. Возьмите резкость мозаика. О, вот наш мозаик. Ну-ка, давайте сейчас произведем его тут. Нет, не там. Оптимально. Так, давайте тогда в переходах посмотрим. Она, по-моему, была в переходах, все переходы. И вот такое хочу, только блин. Фигово получится. Вот так. Ну-ка, как у меня что получилось. Какая же фигня получилась, давайте перейдем вот такой. И переход вот этот удалим. Так, мне нужен эффект на начало, чтобы было красиво. Ну тогда поставлю все видеоэффекты. Может мозаику поставить? Да нет. Нет, тоже нельзя. О, что за перекос какой-то. Вот он, вот. Сейчас все будет. Мы найдем все и сделаем. Вот, ну-ка давайте вот такой эффект попробуем. Эффект вот сюда, да. А, стоп, это не эффект. Так, мне нужен эффект. Так, где? Вот эффекты. Вот сюда. Пойдем вверх. Сигарет. И ее нужно сократить. Вот на этот только вид. То я быстро пришла. Блин. Самое начало. И вот сейчас перейдем. Все получилось. Не, всякая фигня получилась. Короче, без эффектов это видео будет. Так, посмотрим, как удался. По-моему, давайте еще раз посмотрим. Вот он звуком почему-то разделился на две части. Это во-первых. Во-вторых. Ну-ка, сейчас посмотрим. Всем привет, с вами Демис. Сегодня мы начинаем приключения в Майнкрафте. И самое главное, что я хочу сказать, что я... Так, ну вроде бы все окей, давайте посмотрим здесь, что есть, что нужно ускорять. Так. Давайте так вот на паузу поставим и посмотрим, что вот здесь, я думаю, понадобится скрине. Так, обрезаем, отрываем точнее, и ищем
конец этого ускорения. Здесь. Я думаю, полностью надо ускорить этот момент. Делать скорость. Скорость. Здесь это выбираем 12x. И... Ой, звук убираем. Окей. Так, теперь воспроизведем, что у нас получилось. Это видео, я как говорил. Ссылочка там была в начале. Ну, не в начале, а где-то посередине. Давайте воспроизведем. Давайте, я думаю, где-нибудь здесь мы уберем. Ну вот, наступил день. Так, и теперь вот это вот берем, перетаскиваем вот. Ну да, так, не сюда, а вот, да, ё-моё, вернись на место, говорю. Вот. Так вот, и обрезаем его вот на этом моменте, так, вот на моменте, мизочку выделяем и обрезаем. Всё окей, убираем. И, кстати, иногда вот так вот разделяется, как вы сейчас могли заметить. Но это можно исправить, вот так вот блокировку поставить, и все. Мы теперь не можем изменять звук, зато он не тронется при изменении видео. А так можно трогаться. Так, давайте поищу. И вот тут опять надо поставить ускорение, потому что здесь я ломаю дерево. Так. Вот так вот. Обрезаем. И заканчивается она будет. Заканчивается. Так. Да не ври, здесь не ломаешь. Вот. Так. И вот здесь вот. Опять. Отделяем. Теперь скорость. А, вот скорость. Ставим на 12x. Окей. А, забыл звук убрать. Теперь громкость. А, вот, стоп. Это не то. Мне нужно изменить громкость от этого момента. Или какого момента? А, вот это момент, можно смотреть. Громкость, уберем громкость. Так, давайте еще раз скорость уберем. Здесь просто без звука ставим окей. И опять перетаскиваем сюда. Эй. Ага, нужно разблокировать сначала, а потом перетащить. Вот. Разблокировали, перетаскиваем. И... Вот здесь вот обрезаем. Все, пересылаем. И смотрим дальше, что там нужно. Смотрим, говорю. Так, все. Нет. Так, и нам нужно обрезать опять те моменты, которых очень скучно. Ну, я думаю, можно ускорить еще с этим деревцем. Так. И вот отсюда, я думаю, отделяем. Сейчас посмотрим, докуда. Куда?
Так. Это опять другая тоже тема. Так, вот, ага. Нет, давайте где он дойдет до вечера. Где я дойду до вечера? Да, буду их убивать. Так, не быстро. Так, момент. Вот. Теперь опять обрываем. И, по-моему, где-то еще нужно было ускорить. Сейчас посмотрим. Да, короче, ускоряем каждый момент, который вам нужен. И вот здесь опять обрезаем. И должен быть ускорить этот мулон. Но для начала нужно найти точку, где нужно остановить ускорение. Нет, не понял. Вот так вот. Врываем. И вот тут надо ускорение сделать. Скорость. Здесь я рублю дерево. Скорость, 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 скорость. Быстрее открывайся. А, что-то так не лечишь, ладошь. Не вижу, где ты ладошь. Так, давай скорость. Скорость, скорость, скорость. Да что ты лагаешь-то? Что ты лагаешь-то? Во, наконец-то, все. 12x. И звук окей. И здесь тоже. Вот так вот. Скорость. Скорость, скорость, скорость. 12x опять ставим. Без звука, окей. Окей, все окей. Так, теперь берем эту фигню. Эту музычку перетаскиваю отсюда. Так, аккуратненько. Вот так и делаем. И теперь тут музычку. Длинную. Так, и делаем, теперь музычку убираем. И обрываем. Обрываем полностью. Так, теперь вот сюда. Так, все. И вот тут вот. Обрываем ручку. И в этот момент можно удалить. Так, теперь нам нужно ставить конечную картинку. Вот конец. Валяем. И музычку к нее. К ней. Вот музычку к ней. Вставляем. И теперь в конце самого. Хотя можно ее не обрывать, а обрезать, потому что она больше не понадобится. Вот так вот. Перетягиваем, обрезаем. И все готово. Видео готово. И с вами был Демис. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на скачивание будет в описании. И также, как я говорил, ссылочка на просмотр этого видео будет на экране где-то в середине видео. Так что всем пока. Ну, кстати, забыл сказать, что чтобы создать проект, нужно нажать на кнопку создать. Ну, когда мы уже здесь все готово. Нажимаем создать. Он долго грузится.
Ну вот, открывается такая окошечко. Мы нажимаем файл и нажимаем далее. Ждем, пока откроется следующая страница. И вот она открылась. И здесь выбираем то, что нам нужно. Так, дополнительно. И здесь выбираем не сжимать, потому что качество получится лучше. Размер кадра 1280 на 720. Вот так вот. Здесь все окей. Хотя вот так вот нужно. Теперь все окей. Частота кадров 25 FPS, но я выберу 30 FPS, потому что 30 FPS всегда лучше. Ага, и больше 30 выбирать нельзя. Вот прикол. Ну ладно. Далее. И здесь нужно нажать. А вот ничего не делать. Здесь можно посмотреть проект. Но все лагает из-за того, что я... из-за того, что я что делал? А, из-за того, что я записываю. Так, здесь выбираем обзор папки. Здесь папка, обзор. И... рабочий стол. Я скажу на рабочий стол. Окей, здесь нажимаем имя файла. И я назову... Ой, не то. Это будет вторая серия, да? Да, вторая серия. И все, вот так нажимаем все. И ждем, пока сын.